Со времени создания в 1994 году немецкое общество «Эрфолк» не раз меняло место жительства. Несколько последних лет оно размещало здание по улице Имантес. Ведущая на второй этаж старинная резная лестница – настоящая историческая реликвия. Но подниматься по ней страшновато. Под весом человека она начинает сотрясаться. Если молодым людям ее колебания нипочем, то пожилым подъемы и спуски по винтовой конструкции давались непросто. Да и в самих комнатах не очень разгуляешься. О переезде в более просторные и доступные помещения в обществе мечтали давно. Кризис только подстегнул поиски нового пристанища и денег на его содержание. Когда наступили тяжелые времена кризиса, и, скажем так, поддержка с разных источников она иссякла, мы тогда сели и подумали, какие у нас есть внутренние ресурсы, которые мы можем использовать. И мы при обществе открыли учебный центр, мы занимаемся курсами, мы проводим экскурсии, мы активно пишем проекты, то есть у нас постоянно есть какие-то проекты. Вот сейчас, например, приехали два волонтера из Германии, будут работать целый год у нас и вести разные занятия и курсы. То есть благодаря проектам, благодаря своей вот хозяйственной деятельности. Занять пустующее помещение площадью 140 квадратных метров обществу предложил владелец денационализированного дома по улице Цетукшне. Перспектива разрушения дома, который дорог как память о предках, его не вдохновляла. Стоимость аренды та же, что и в старых помещениях, зато условия не идут ни в какое сравнение. С перечнем услуг общества «Эрфолк» посетители могут ознакомиться, поднимаясь по лестнице. Здесь каждому найдется место для занятий по душе. Сейчас идет подготовка к рождественским праздникам. Это будут творческие мастерские, мы будем делать какие-то украшения, связанные с подарки к Рождеству в немецких традициях. Это и открытки, это елочные игрушки, это роспись по стеклу. Для детей у нас будет детская школа. Первая детская школа уже будет сейчас 24 октября на осенних каникулах. Это будет карнавальная школа, мы будем готовить маски. И перед Рождеством это будет рождественская школа. Для молодежи у нас в ближайшее время планируется школа журналистики. И также совместно с цыганским обществом школы интеграции. В конце трудового дня 3 октября «Эрфолк» праздновал новоселье. К официальному открытию была подготовлена выставка фотографий с видами города в разные времена года. Авторами стали участники сразу двух проектов – «Школы идей» и «Школы молодых исследователей». В планах общества проведение различных встреч, выставок, курсов, работа с детьми и молодежью, клуба любителей немецкого языка. Занятия ведут преподаватели из Германии. Двери «Эрфолк» открыты по новому адресу – улица Цетукште, 44, вход с улицы Саулас.